скорее всего, время будет. Сейчас дам. Ну, ладно. Роботу нужна проходка реча, да? Пойду как штаны зачарю. Мы завтра придем, и у нас будет чисто. Моя благодарность. На робота. Так, обычку поставил, сейчас ассиста дам. Покидайте пати другим. А что там мне не поставили? На робота прям надо больше слот пить. Сейчас выберем людей, нормально, блин. Зато хорошо, что теленаска. Да две дохуя. Две нормальных раз вижу. А прикинь, вот, если бы вот так вот два даггера, прикинь, с такого сэджу радости б нахуй было, блядь. А типа теленашки каждый день. Приглашайте людей в пати, я там ассистов дал. Угу, радость, пока. Особенно, когда травят без меня. И летим одновременно. Виндрия нападает два кинжала, Седжу берет два кинжала, лутает 600 гп и просто на полтора месяца уходит в это. 600 гп, это тебе приснилось или что? Да, лети, лети в око, Вилашити, там дам гп поставишь. Специально тебе будет 600 гп. Давайте быстрее в око летим. Без, блядь, без я вот бы этого. На твоем месте в холике как бы, ну, потише бы был. Не, ну, ДЦшник, ну-ка. ДЦшник, видишь, они оба на втором месте. Типа, первое, второе место. Вот, два ДЦшника. А да в холике... Так уже вот не первый раз говорит, что а в холике один там... ДЦ для 25-ки это мало. Ну, это пока что. Вот если будет 2 Т5, то один будет справляться. Вот. А тут пока у них нету. У них ГКД одна секунда. Вот. У всех полторы, у них одна, типа. Ну, типа, не полторы, там, если, типа, хаст собираешь, сколько там, 1270. Ну, максимально 0,5, полсекунды срезается. Ну, до 0,5 это уже 2Т5 должно быть у ДЦшника. Тогда он может вести, как бы. Тогда уже другие хилы будут подхватывать, чтобы не успел. Ой, это мне хапалом рисовой идти. Сейчас посмотрим, я без понятия пока. Давай сейчас на камень суманем лука, блять, и выдать всех суманем. Притон сейчас суманешься. Притон пришел суман. И полетим сразу. Угу. Все, полетели в пизду нахуй больше. Не надо никого суманить. А что? Там ты к ним. Че, ты кажется, там захожу? Ну тут вроде без меня справляются, я смотрю, слотов уже нема. А, если слотов нема, да, может почилить. Да как нема, нахуй? Тихо. Да тут на замене половина. Тихо-тихо. Тут половина мечей без проходки, блядь. Вот давайте шкаф, сумоним всех. Пока вы, короче, сумоните, давай я посмотрю, что там по рейду. Так. Так, ну у меня зона антимагии. Хэлла, да маг. Маги сдыхают. Минус, нахуй. Берем пати до Траволта. Тряпки, минус. Траволта слабый. Так. А минус. Костя будет у нас вообще? Сортиров очка. Так, 2 ДЦ есть. Сортир очка? Что? Сортиров очка. Слушай, ну с гламуром похилишь? Или чё, у тебя ж, или кусок у тебя там, ты же уступаешь, да, Шалфиру? Ну давай, похиль тогда, воровист. У меня хосты с этими шинами, перекап рона на 10 единиц, нахуй. Так, сюда. Блять, я вот с Пасифеей думаю, что делать, как мы, типа, они две частицы, ну типа, вы уже вот два ханта, им надо стоять друг от друга в рейнже, чтобы шар не получал сразу урон два ханта, нахуй. Чё, мне сразу спек зоны антимагии юзать или как? Да, конечно. Да, сразу. Еще и сильвер списывать, блядь. Так а чё, типа... Так а чё, прошлая же расписка вроде осталась, не? Да, осталась, только... Тут люди не так а чё, просто... Так а чё... Не, в смысле... А чё, кулиндрик не идёт, хочешь сказать? Идёт, ну. Кто с магов там на шмот на какой-то? Или кто больше всего с вас даст? Какая-то живучесть у вас там есть, саппорт, хуй знает. Так а чё, я вон смотрю, кто вроде по глазам... Эй-я идёт. Сюда, глашись, так, сюда. Что, надо спек с зоны сделать? Нет, это только мне, нахуй. Надо, короче, слышишь, такая. Этот самый Шалфир, там, не знаю, пати, если будешь кидать, ну, я поставил, чтобы ты, короче, шипешником захиливал, ну, блядь, видишь, ты себя перекидываешь, вот так, оп, обратно. Чтоб ты, короче, захиливал на топоте вот этих хантов, потому что они не хилятся, ну, доп отхил по магу, по мэтфоксу. Так он не достанет до нас, до хантов. Почему не достанет? Достанет. Тут мы стоим на рейнджере. А Танатос идёт? 40 метров. Танатос тебе надо что-то? Больше дать? Ебать. Больше Эй даёшь? Может... Ну типа я не знаю, надо подумать. У него вот у Эй кусок есть. Красных пати у нас целая. Да. Кашников. У Эй кусок есть, да? Поэтому он идет, да? Из-за куска? Идет. Ну естественно. Ну а так очереди он если убирать, если убирать, то кого?
6 анхоликов. Ну это хорошо, сейчас красный. Ну, считай 5, потому что у меня как бы ну. Хукмастер рейд. Ты все равно красный. А где хукмастер? Первые мобы пошли. А как так? Я хукмастер не вижу. Он на низине. Иди на арате. Должен был быстро сюда надо. Шем отработался. Ладно, не сдохните на трэше только. Спекните, если там кто-то в дополнительного хила или призан или хила, чтобы вот так вот не панело полейно. Чё там по приору? А продукс выше. Так и он второй кусок, да, получает? Кто у нас там? ДК, маг, лок. Вилаш. ДКшников не считай, то ДКшникам ты 5 хуйта ебаная. Констебль. О, законный. Я могу там уступить. Эй, идет, потому что у него на второй кусок приор ДКшный. Там похуй, приоритет, не приоритет. Ты Т5 первый кусок лутанешь, и толку с тебя не будет, понимаешь? То есть кусок это ты уже второй эти полутают. А он второй полутает, и мы его откроем сразу. Ладно, минутку отойду, потом сейвы начну расписывать. Я поэтому и говорю, спекнитесь. Воронку возбери. Там воронка. Я спекнулся. Где воронка? Ёб твою мать, но мы будем что, на трэше 2 часа сидеть? Ну, Ваня выиграл. Получается. Где воронка? О, сюда вороночка. Сейчас дам. Я просто убиваю. Спекнитесь, кто там? Спекнулся, да, кто-то? Я спекнулся. Магию диспельте там? Шелфир диспельте с нас магию, что ли, там? Потому что некому это делать. Заханыч, там же на этот самый... На антимагию 2 минуты когда, да? Слава, дай кофе утром там. Собираем. Бля, Глеб, извини, пожалуйста. Вы там от крутилки отходите. Да. А потом спрашивают, чем мы умираем, блядь. Меня какая-то, да? Ты говоришь, у тебя там все написано, точно сейвов хватает? Да. У нас пристов меньше. Я знаю, я уже увидел там. Мы будем 2 фазы захиливать жестко. Даже 3 фазы. В принципе, сейвов так дохуя, что... Слышь, ой, там этот кукмастер просится, я могу ему уступить. Он больше даст на 6к где-то. Я здесь. Что ты там про зону антимагии спрашиваешь? Я по телефону просто говорил. 2 минуты когда же, да? Да, 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 как у Саши. Все хорошо. Он уже состоит в группе, написано. Так он уже тут. Он уже просто в пати, шестой пати. Да, да. Что говорю? Все, у меня готово все. А то кого-то другого свищить, хуйня бы только ДК. Глеб, сделай на всякий случай билд зоны, потому что мне возможно отойти надо будет. А, можешь одного хальта убрать. У меня спеков нет. Ну, блядь, замени какой-нибудь. Пасифия, ты не против, если тебя убрать? Она все говорила, что может на замену. Я тебе таланты в личку скину. Больше ДКшников. Диспельте стан ебаный нахуй. Прием. Не, ДКшников больше уже не надо, точно. А, блядь. Дал эту хрю. На, просто на стеке. Тутилар тогда вместо Пасифии пойдешь дамажить. Делать будешь, что на антимаге тоже. Лицо да. Хотел. Че, хоть пошла? Пельмени потерялись, ну давай. В натуре, да. Пельмени пить есть. Бля, в натуре, надо будет пельмени потом сварить. Саф, поменяй себя с Cool Story, не знаю, или за Ханычем в второй пати. Нормально, там медведя подкидывают. Да там медведя ебут, я бы сказал. Я маршала туда отведу, а этих забирайте.
двоих кастеров. Опа. Опа. Да ну нафиг. Что, первый рейс? Очень уже дешевый. 700 голды нахуй. Ага, я за 4к вчера купил, блять. Я вот сюда. Я держу в курсе, нахуй. Не, так я понимаю. Сбили цену. Тутилар, выруби лед, пожалуйста. Ой, сорян. Просто до этого танчил какую-то хуйню. Блять, вы там почему сзади находитесь? А, у моего бьете. Тут долго пиздец. Вот эта крутилка, блять, крутит. Осторожно, смотрите, блять, я отвел его в сторонку, нахуй. Будут крутить, нахуй, отбегите, нахуй. Пиздец, еще пидоры эти откидывают. Маршала быстрее забейте. Кого, кого? Маршала. Маршала. Ты специально неправильно? Иншалла! Вот. Нет, блядь, я тупой, нахуй, не знаю, как ударение надо ставить. Ну, по тебе знаешь уже, как бы это. Как бы это? Сложно сказать. Не, ну ей же был такой человек в истории с фамилией Маршал. Ты шо, блядь, не смотрел этот 3x, нахуй? Я его снимал. Обычно 3x. Я снимал, нахуй, ты не снимал нихуя. Я снимал. Я снимал, нахуй. Ты трусы снимал, ёпта. Ёпта. Не, ну тоже неплохо, знаете. Трусы? Ну, кого хотя бы снимал? Той бабе, которая там это в красных труселях была, и Дизель говорит, блядь, чего только не сделаешь ради страны, нахуй. Блять. Да, кринжовая. Половина с Дизелем кринжовая, потому что он сам продюсирует их. Я понял, спасибо. Иди делай зону антимаги, заебал. Второго только не заводи сюда, пошутается рейд. Не ебет. Чё ты сказал, нахуй? У меня два танка спека и, блять, один АДК. Ты не танкуешь, все, ты уже. Я танчу. Для сделайте, чтоб петы все, вот эта вся хуйня вот тут под жопой этого моба стояли крылатого. То есть я фрик, получается? Не улетал там в начале. А, ну... Да сука, куда он улетает, нахуй? Поебать, буду тут танчить, нахуй. Тут смотрите, он лав, ко мне улетает. Ясно, блядь. Нахуй, чек на АФК, блядь. Ну не примет, там заебись. Смотри, как охуенно, блядь. Нормально, да? Бычья птица. Бычья вторая птица. Нахуй, сюда, блядь. Я так вовремя, норм. Бычья птица. Ты уже добили. Саф, я говорю, поменяй себя с Cool Story, либо за Ханычем, второй пати закинь. Да заебал, мне похуй, я танчу. Кость. Поменяй его White Fury, Cool Story, либо за Ханычем. Тебе это сейчас... Сейчас тебе это зачем? Очень жизненно необходимо, да? Да, да. Поменяйте, может ему легче станет, ну ёбаный рот. Там стадия просится похилить. Все? Ну, без кого только. Еще одна идет. Бегите, 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 блядь, бегите, глупцы. А, же ведут. Блин, вара бы. Вара. Вара. Да, финал босс есть? В законе. Финал босс есть, он вроде в дискорде был, нет? Надо его брать, он там вмешательство дает на второй файл. Клик на хп. Клик на хп. И вертуху на пол, блин, ебало, смысл. Вместо кого? И агро, миллион. Дайте кулак лапку. Чисто будет стоять РНЖ там, охуеть этим топориком. Раз в минуту.
Блять, украли птицу. Да ты проебал. Это я сделал специально. Спасибо. Конечно, верни доты нахуй. Плати за доты теперь. В натуре. За дротом не платят за доты. Не пон. Блять, еще один. Потом это буду тебе это в апексе нагибать, скажу тебе. Не сейчас послышал? Может быть. А может нет. Что-то про апекс слышал, нет? Что ты про апекс я сказал? Убери только, что ты в него играешь. Нет. Не понял, а почему, что с апексами? Хорошая же игра, охуенная игра. Да там что-то мордаун ляпнул. Нет, это там что-то против кто-то против мави апекса имеет. Не-не-не, не против апекса, там узнаешь. Это мордаун, ты он любит нагибать. Кого? Ся. Кого нагибать? Я ожидал этого. По-китайски что-то пиздишь, что ли? Окей, извини. Я понял. Ну я слышу что-то китайское, блядь. Ся, блядь, эту хуйня. Че, китайский чай любишь, Войт? Я понял. Или буряточек? Понятно. Кладка азиатская. Ну, иногда я бы, ну, по войду сказал, что он пуэрчик любит. Войт, слышишь? Чистый хавать. Чайничек. К сожалению. Чисто прикурил пуэра. Прикурил. Там стадия просится похилить ока. А типа вместо кого вообще? Потом пепел заварил, нормально. Ну да. Бодряк. Ну я как эрдру могу уступить. Ультра чефир. А ты хочешь уступать? Моба, ну, эрдру нужен. Быстрее зерно. Да, ну, эрдру нужен. Мне без разницы. Где бидон вообще? Это вопрос. Не знаю. Ну, он, видишь, Волонир собирал, вспотел. Теперь чилит. Обмывает. Ебать. Уже второй или третий день. Хотел, да? Работать на работе. Вспотел, деньги вкидывать в Сирус. Типа хуй узнает, можно тебе вместо... Зовите его нахуй. Этого фрика белого. Да-да. Чё-то как-то было странно. Чё, блядь, обидно было? Особенно тебе это слышать, да? Особенно тебя, как бы, ну... Не очень приятно. Снежок, ёпта, зовите. Ну ладно, снежка этого сюда зовите. Чё нет? А, нормально, я тут постою тогда. Что? Видите, где я? А, тебя наверх закинуло? А, да. Бывает, блядь, Вилашу так же кидал. Jesus Christ. Но я закинул так, что она не могла оттуда выйти. То есть ее еще глубже закинуло. Oh, не говори такие слова. Я это кто о чем думаешь? Даже Войт подметил. Острый слух. И тонкий нюх. А я понял. Сюда, сюда, маба. Ладно. Стоунчу. Когда, когда адвокат сказал, что ты Господи. Сядешь на 15 лет, я понял. Так. Окей. Получается, получается. Что получается? Просто Опа. Получается, получается. Опа, правда. Капюшон. Капюшон. Зеленый. Ема. Червь. Просто червь. Так что мы будем? Очень приятно. Лопать на еще одно пристав. Кукушка кукушону связала капюшон. Кукушону в капюшоне был смешон. Или как там было-то? Ну, кто, как кто там знает? Было где? Где? А в где стране было? Дураков! В детдоме типа или что? В стране дураков! Заройте в землю где? В стране дураков! Бля, мой, ты там чё? Всё? Он спросил где, я ему сказал, да. Когда все смотрели мультики, Войт смотрел передачу. Передачу. Найди или меня. Или передачки. Жди меня. 937-9992. Я челики даже помню. Я записал. Номер помню, как написать? Я понял. Гламур, прощай. Он не помнит, это просто фанат.
На, ничего не успел, даже бабл отдать. А как его убили? А так, блядь, просто случайно. Снежок его погладил, ну было. Паровку-то, знаешь. Тутилара, у тебя как дела? Дай сюда босса, блядь. А я не срываю, в смысле, блядь? Я понял, блядь. Не было. Я сразу видел, что это не было срыва в натуре. Нет, вот срыва-то не было. Близко. Я был близок. Только надо мной еще близок. Сверху нахуй два дроида, блядь. Mm-hmm. Близко, блядь. Натуре. Ой, отдайте кожевку. Близко в зоне риска, нахуй. Да конечно танки. О, это мне надо, нахуй, да? Кого, кожевку? Так, да. Механика забанишь. Ой, блядь, какой нахуй. А то, что покупал золото. Вот это крест первый бьем. Квадрат поконтролите. Череп и Вилаша держит. Поехали. Крест первый сделаем. Я стану кресту дам первый. Квадрат сделайте что-то, ферните его. Ну или просто, блядь, быстрее крест зергайте. Будет квад... А, вот, пускай Фире побегает. Сейчас стан дал. Я же говорю, дам. Все, второго зергаем. Все, больше не филянь. Это, спиной к мобу не вставать, отставь его в угол. Стан. Не вставайте спиной к мобу, чтобы вы не отлетели к пачке, к новой. Вот тут вставайте со стороны вот, вот этой стены, вот где медведь. Вот здесь вставайте, милики. Тут бейте. Бабах нахуй. Так, давай, механика в бан, крестик зергаем. Все, я вернулся. Найс, мы ждали тебя. Там их руку забери в этом. А то батя в гости приехал, полгода не видел. Что-то вы быстро посидели, кто-то. А он так, заскочил проездом. Я здесь проездом. Да, я батя своего уже 8 лет не видел. Ну, за хлебом я... ушел. Квадрат. Я своего больше. Все, бейте моба тогда большого, пускай в бане стоит. Там не за хлебом. И за киселем? Какую его, блядь, зачем-то ушел? За жидким чем-то. Мордаунт. Что сразу я? И Мордаунт такой звонок в дверь. Мордаунт, верни батю, сука. Отдай. Отдай, батю, блядь, заебал. Стреляй, не отдам. Серина, где он в бага... багажнике? Он у меня в шкафу лежит. Понятно. Да, в шкафу он лежит. Осуждаю. Лежит, ёпта, чилит. Это у всех лагает или только у меня? У тебя. Только у всех. Только у тебя. Не только лишь все. 35 кадров. Не только у тебя, блядь. Не только лишь все. Это, походу, Захарыч, это меня додосит. Ты войду, скажи. Ты этого для крючков вспомнил. Блять, не только. А ладно, похуй, как только выехать, как только выехать, можно будет с этой стороны, и, блять, можно будет с Краснодар добавить съебаться. Точнее, ну только лишь все. Наверное, не каждый будет лишь. Ну не в списке. Квадрат контролем, треугольник похуй, крестик первый бьем. Не понял приказ, извините. У нас расписано, что там, когда. Он, блин, да, я уже расписал все это дело. Сейчас я их пирану, блядь. Крестик зергаем. Ёбаный в рот, крестик. Дайте на парашюте улетел настолько. Под трусам, дайте эфир. Дайте эфир под трусам. Бля, он там сейчас друзей привезет. Да, нет, но обратно, блядь. Они его не любят просто. Треугольник бьем. Он пилы в рейд кинул, нахуй. Пиво кинул в рейд. Пейте жижу. Ну, ну, ведь я хоть...
На личе нам пиво хватило, я думаю. А на личе там ну, ящик что? Пива, блядь, кто-то поставил. Коника залутал. На Ильиче. Кого залутал? Давайте квадрат убиваем, потом большого в конце убьем. Ах, ты же негодник. Не, на Ильиче, я помню, какой-то трай разлили темное пиво. Целый ящик. Нефильтрованное, Корона, нахуй, любимое пиво. Гламурчин разлил, по-моему. Скорее всего, не стакан, там, скорее всего, целое это... На одном пенте до победы разлили бичи. Ну да, там просто фура заехала случайно. А, норм, я при... Что? Алло, ты коня залутал? Я? Нет. Мне просто не дали. Не фартануло. Все говорят, дайте Седжу, мой такой, да зачем он Седжу? Нахуй, ну, нахуй. Вроде бесполезные. Давайте сделаем так, когда, если выйдут эти канисы. Седжу отходит на 15 минут, да давайте дальше бить лича, ведь ему оттуда нужны даггеры. Ну нет, блять, ну вот каждый раз бы так, ну, представь, 40 человек. Ну когда человек... другим людям что-то нужно, мы ждем. А Седжу отошел. 40 человек на замене, нахуй. Ну тут тема в том, что нам, блядь, нужно еще робота убить сегодня. Там же эти, блядь, духи кончаются, так вы что вы говорили? Все, блядь, крестик не бейте, череп будете бить в первую очередь, остальную всю хуйню контрольте. Крестик, все, я пошел, блядь, сейчас вздыхать, наверное, буду. Есть идея, давайте здесь же даггер отдадим, когда он это, коня полутает. Какой даггер? Блять, почему? Ну, ебать, а крестик в руки? Ну, не трогайте это крестик. Ты сказал, крестик будем первым убивать. Сука, череп, нахуй, алло, блять, глухие. Этого я, блять, за угол отвожу, блять, чтобы он не убил меня. Вы того бьете. А, ну давай, да, да. А я ему тут темный устраиваю, нахуй. Опа, нахуй, ну-ка. Шо ты, блядь, промазал, да? Как дела, нахуй? Это я с мобом говорю, если чё. Господи, говорить не с кем. Забейте. Просто скорая на быстром наборе. Еле успел стыкаться. Адрес говори. Адрес. Гоголя 46. Просто расписание открой, и там надо было уже вызывать, нахуй, в начале РТ. Понял, блядь. Не верите в свои силы, да? Силы. Я, ребят, в чем тут свои силы? В чьи-то? Помалар летит, короче. Твои, ёпта. Твои? Так я же... ощущением шиза начинается, реально. Да, в натуре, блядь. Давайте еще Лада убьем. Шиза начинается, это когда, блядь, подождите 15 минут, нахуй, там мои даггеры, блядь, босси, нахуй. Вот ну, которые вот... падают раз в 20 траев. Да, это просто ты, блядь, да? Просто карма хуёвая, не заслужил еще их, нахуй. А-а. Вот как только ок. Перестанешь от тайм рейдов посмотри, мою ЕП посмотри. Сразу, сразу упадут. Я понял, у меня тоже туда карма хуева, да? Да, не бывает. Я так. Понял, бывает. Ну я так на заметочку вынесу вот эти твои слова. Ну что, сейчас вот сделал, так сказать. Сейчас понял, еще, да. Еще пару месяцев, нахуй, ЕП будут у всех одинаковые. Ну, полгода. Да, я тебе сказал. Да? И не полгода, а. Не, ну я. Мне намекать, что ли, лишь надо? Че? 4-5 и будет, блядь. Не, мы считали, типа там максимум, если ходить прям все рейдовые, да, вот там что-то около, ну, 6000 хп можно получить за КД и все. Ну. Сейчас 4-5 КД и пиздец будет. Так, ну мне, короче, это. КД, нахуй, я хуй знает. Этот. Есть зубы. Одного побаня, другого повторяю. Зубы есть у кого-то? Ну, я есть. Знаю, что свои есть, там 32, ну такие вот у ДЦшника есть. Ну, там еще зубы мудрости. По мне кинешь сейчас. Крестик не бейте, череп бейте, в первую очередь. Все, поехали. Бля, у него сейчас челюсти кинет. Так, по войду кидай. У нас еще есть. Я понял, спасибо за зубы, блядь. Нормально все не ссыть этого. Да выпили, блядь, блядь. Я же это... На профессиональности. Его 32 чуть не выбили. Нет, на скиле остал. Аж не бойся. Я ведь успею спрятаться от этого пидора, нет? Когда мордаун скилл говорит, мне что-то больше смешно. Я 2 минуты отойду, мужики. Хорошо, ладно, я тебя запомнил. Сам будешь себе на работе хилить. Скажи, что не будешь хилить меня. Нет, ты не понял. Ты не угадал. Я просто не буду.
У тебя не ночная. Ферники это уёбка. Ну, типа, я у меня ушел этот резист. Зубы в резист? Блин, зубы в резист. Зубы-то верни. Он реально не хилит меня. Эй, блин. Ты что-то флеш... Надо было ложный нажать. Да раз. Я стою в байда флешке просто по 12 как кастую, что мне делать, что? Все, разбаним. Кому нужны СПД духи, трейд шелфир? Надо. Этот каст сносит меньше четверти хп, я буду. Короче, ровно. Надо будет задержаться, я думаю, часик потратить, потому что, ну, типа, получится совсем несерьезно. Если мы пару раз упадем, а сейчас прикинь, с первого трая будет. Ну, наверное, может быть. Не, ну мы тогда в прошлый раз нормально придрочились, вроде по сейвам все хорошо. Сколько тогда было? 5 траев было? Какое? Мы 3 трая мы сделали, мы 5, на 3 трая его убили. Не на 3 траев. 4 трая было. 5 было, один технический. Два технических, я бы сказал, даже. Там, короче, если глянуть по этому Силусу сайту, то там 5. Да. Ну, один технический. Я хочу, блядь, принципе, я вот думаю попробовать потанковать с Дусаном и с Вилашей. Ну, как хочешь. А, у нас там масса теряется. Может быть, Костя лучше? Ну, идея такая. У нас, да. Слав, у нас масса теряется одна. Вот и все. Это 3 пробела, нахуй. Вообще-то ясно, скажем, нахуй, блядь, реворк, нахуй, пидоры ебаные, заебался ждать уже, нахуй. Хилы. Сука. А, блядь, еще недели две минимум будет ждать, так что не переживай. Я уже рот их ебал, нахуй. Слава, мы будем стадию брать. Я больше там говорил, что в конце этого месяца. Наебали, нахуй. Поговорили уже месяц, говорят, блядь. Я тебе скажу больше, тебе придется сейчас вообще с друида нахуй выходить. И кем заходить? Престом заходи давай на ШП. Еба. На АБ. У кого нет. Че, у него ШП больше даст, чем... Че? А, ну да, я больше. Так и не услышал, да. И масс сейв добавит. А, ну кто да, меньше вот всего набирает игра? Вилаш? Там Дусан... надо по ситуации кидать. Там Дусан что-то с напула нормально раскидывал. Я не помню, как был в прошлый раз. На пул сдается в того танка, который улетел... Отстающий, это, короче. Да. Ну, сначала кто будет отставать, а Вилаш? Нет? Ну, пул его знает. Где там ну, вара? Ну, она 4-4 будет, да. Варов нет онлайн? Вон вара пригласите в пати и кого-то уберите. Могу уступить слово. Для крита? Хуй знает, для вмешательства. 100% армора, о, этого. Вар, ты тут иди себе, финал босс. Охуен. Ну, потому что там салив сколько, нахуй. Сейчас одену такой. Хуйня. Если у кого-то нет СПД фласки, то трейд шалфир тоже. Так, просто миллион, сколько действует незыбку у ДКшников? 12 секунд. 12 секунд, да? Все хорошо. Какой кельсторий на замену нормально выдает? Ну, тут самое меньшее ядом, наверное. Это самое меньшее ядом. Ну что, вон вара, берите. Тут он, нет, принял пати. Тут если свечи, то только ДКшника. Я могу быть жертвой. Пати найти. Хулидринг, у тебя лидерка. Ассист отдашь? Сумон есть? А так, если найду? Ну ты анонси тогда этот, как он называется. Я тоже дайте ассиста. Немножко потерять даже. Ага, там АП фласки спрашивают. Я пойду сюда этих захиливать, короче. У меня АП фласки. А он гарит стали, побежали. Элмаунт, у тебя есть саппорт? У тебя есть? Нет? Все, куча саппорта. Ты кого высвечнули? Вот рыба. Кому что надо? У меня есть все. Так, духи у меня какие-то есть. На СПД. Духи на АП можете холидринку обмен кинуть. Вот я их выпью.
У меня 4 банки, короче. Так, короче, это 6-8 платье уберите, чтобы оно фрейм не занимало, чтобы удобнее было. Лапку. Ну да, уберите, пожалуйста. Ой, блядь, гильдбанк есть? А, вот он, гильдбанк. Припод, пейте, пожалуйста, все. У кого нет у нас? Духи? Еще 7 фласок на АП осталось. Мужики, духи у кого-то есть? Есть на АП. Холи дрейд. Нет, подошел фир дрейд. Если духи нужны. Ага, вот забито. Уроги на АП. Дальше габана пойдет? Тоже, если у хилов нет, то есть... Пойдет. Ну, проезжай, я выйду. Тройной диколом пойдет. Нормально, я уже у Костяна взял. Шипышники, что у вас там за спеки? Диколон бравада. Тяжно, 3 вкачано в эту хуйню. Что ты убрал? А, ты иннеру фокус убрал. Кулак пропал. Так, кого пожрали. Полидринг прота, там разбирайтесь, кто из вас каски, кто кулаком подять. Ой, есть СПД? Кулаки под ДК киньте. Ага, спасибо. Все взяли? Нет, дай мне сопрот, пожалуйста. Не надо прота, вон там 2 ДЦшника в рейде, блять. Сделать дикаски, кулаки, кресты, чтобы были без ебани, без всякой. Чтобы вот этот флут, блять. Че тебе сопрот? Да. Кулаки по ДК можно? Палы, блять, сделайте, блять. Это самое. Ну, там начали раскидывать, все нормально будет. Кто кулаки раскидывал, продолжай. Ух, сейчас 30-шку дам, 4,5. Охуеть, и каска пропала, блять. Короче, холи дринг, смотри. Ну, сейчас 4,5. Я хуй еще дам, типа, дайте столик. Я хочу там, если буду еще смотреть, что там это самое, на шипешнике редко был. Ты смотри холидринг на агро и говори по сольвам. Вот, в первую очередь ты там сдашь, а потом палов уже напрягай. Ну, главное, чтобы между этим, между топотом, чтобы они не проебали никого. А вы по сольвам определились, блядь? Я уже сидел. Я говорил вара взять. Ну, почему его не взял никто, блядь? Смотри, арена, Ром. Да. Твоя будет, короче, я тебе скажу, на 60, ну вот и на 60 минуте, короче, ой, 60 секунде будет, кай. Эридара мне в пропать, пожалуйста. Схуяли. Блять, вара аренит, нахуй, не в диси, нахуй. У меня только зендалар. Никто не написал, блять. Юль, спекайся в анхоле ДКшника. Ну, потому что подохнем, нахуй, типа... Люди, ну, робот пошотает людей, блядь. Нету столько снижения агро. Или, сука, пойдете все перекидывать. Вот, ну, тут я одна... Я таланты могу скинуть. Тут одна сова только сможет скинуть. На одну сову, типа, ладно, хватит, типа, сейвов вот этих вот, сальв. Вот, у шипешников вкачанные таланты. Этот не набирает, Элем, блядь. Призан тоже не догонен, блядь. Потом кто? Хэлла не набирает. Пойдете, сука, ДКшники перекидывать себе в пагубу, нахуй. Ну-ка, у кого есть пагуба? Есть для примера? Кстати, Варахиль, если что, начните его сольбу кидать. Пожалуйста. Пагуба, спасибо. Да? Вот. Да, я тебе фанонши несу. Уровень угрозы власти крови и нечестивости на 8%. Так, сколько там вообще снижения будет? 20%? Да, должно быть 8, 16, 24. Как раз сколько босс, ого, короче, прекрасно отпинывает. Все, взял вара. Это вместо кого? Тут так. Вара? Ну, я хуй знаю. Ну, давай. Ну, могу почилить. Давай. Блядь, ДКшников так много ебать. Ну, он мастер каша, говорит, с температурой. Его заменить. Давай его заменим. Глебушка, сиди давай. Пельмени подождут. Я, блядь, с 5 утра. Портанись там, чтобы можно было сумнуть вара. Слышишь, мастер? Дайте ему портал. Мне не надо. Портал маги дайте ему до варан куда-нибудь. То я возвращаю тебе духи просто, ну как хочешь. Не, забей. Ставь, они все равно работают. Скиньте ему сразу там духи. Портанулся, нет, мастер? Да, я улетел. Портал сейчас... Этот, слышишь, финал босс, ты в диси? А тут давайте этот сразу. Это Аргон. Самое. Ты сам сообразишь, да? У тебя же умен есть или ты не поставил еще? Если не поставил, будет хуево, блять, анонсить тебе. Ну, будем анонсить. Омен, блять, агро. Дайте шкаф.
Не поставил, походу, нихуя. Короче, Холидринг, смотри, вот такие классы, как Он Притон, заговорил, что не может, у него лагает сломанным. Он, это самое, Притон, он, допустим, половину скидывает. Вот, с КД там сколько на... Но Притон, я знаю, не могут совы, ШП, блядь. Да, да, вот смотри, и у Вара эта хуйня 30 секунд КД. И АДКшники, блядь, ебать их урод тут, полрейдер. Можно в самой игре поставить над иконкой, короче, страша, типа, ну, кого бьешь, вообще какую цель, сколько процентов агро. Ну, это текущее твое агро, а ему надо вмешательство, Леха, кидать. Ему не свое агро надо видеть, да. Ему не свое агро надо, а общее агро всех. Так, ребятки, Линкани вмешательство в рейд. Линкани вмешательство. Кто может пожертвовать ДПСом в угоду выживания? Из заказчика. Ты еще одну антимагию хочешь въебать? Проблема в том, что у нас не будет зона антимагия. Почему? У нас же был Юля и я зону антимагии кидали. Так. Чего ты там уже придумал? А Юлю можно ванхолика вот. Спирать? Так Юля в прошлый раз и кидала зону антимагии на роботе. Ну, Юля и... И я кидал, вот, мы вдвоем все кидали. Юля была зона, да. Включите стрим. Включите, кто стрим, да. Там лаги кипанить будут. Там плеер, восстановление 30 секунд. Так, отлично. Или у тебя остался билд? Ну-ка, кинь вмешательство на меня, Вар. Сейчас проверю, ДБМ работает. Да пофиг, пускай, мне нужно не то самое, пускай тогда кто-то из ДК, тогда уже из ДД. Даже нет, Юля уже побежала. Чё, она куда побежала? За хули бил дом. Зона антимагии, которая у неё. Ты сейвы там прописал? Скинь. Да, конечно. Скопируй, у тебя в блокноте? Скопируй в этот. Нет, сейчас я их как-то скрином сделаю, тебе скинут в личку уже. Да вон, так ты же анонсил в прошлый раз, Мордон. Ну, я говорю, все, я отписал. Ну, так он себе и сделал. Проебался. А что у нас вар в копе? Что? Ну, там так как у нас нету... Блядь, этих... У нас два кна получается. На 5.45 и на 4.15. Вот и все. На 4.15 все друиды будут расчехлять гимны свои. Ну, надо прожимки свои нажимать, значит, в этот момент. Ну, это поставьте кто-нибудь, потом поставь этот. Ты мне скажи, на какой секунде там мой гимн там, нахуй. Invisible, я тебе могу таланты линкануть, если... 2.15, да? Все, я запомнил. Да. Все, остальное... Этот, лок, ставь камни. Да, давайте камни возьмем на эти. Если камни берите, ставьте их на думаю по кнопочку, чтобы это. Где камни? А вот. Да. И все тряпки эти, хилы особенно, хавайте этот. Так, первый на пулу на медведя, да? То есть. Медведь первый танчит. В ДД шмот там пододели какой-то. Там. Наверное... Ну, типа, он сам наберет. Там на На полу сейчас воишу. Все понятно. Припоты бейте, не забывайте. Да, припоты обязательно. Юля готова там, не? Призван Мелихаст. Блять, не все банки выпили, не все масла выпили. Я хуею. Похую, да? Вы охуели, что ли? Ну, типа, кто не выпил, блять? Или по никам сейчас начать называть. Называй, кто не выпил, нахуй. У вас что, блять? Канцелятор, нету флас. Канцелятор, пей банку. Дусан, без фласки, без маски. Друид инвалид, без маски. Вархиль, без маски. Мардаун, без фласк. Мажьте масло быстрее. Финал босс не похавал. Мы заебали, блять. Вы все дураки? Две банки с этого. Короче, это... срофал. Юля, тебе масло дать? До упора сидим, надо робота убить, блять. Просто так мы что ли сюда пришли, блять. Рыба стоит. У кого там кошка рожает, сразу ставьте в известность, блять. Они молча уходите, блять. Рыбу пожрите.
Банок нету, если у Хулидринка АПшные, у Шелфира эти, СПД, блядь. Саппорт у меня АПшных еще осталось 5. Блядь, все есть, нахуй, давайте, блядь. Мардан, Саска есть? Да-да-да, я уже все это... Пришел тебе, Сума? Пришел. Угу. У меня фаска дохуя. Все, блядь, давайте это нажимаем, да. Вы там пиздите все, что надо, типа, потому что я, блядь, если буду пиздеть, я нихуя ДПС не дам. То есть, Мардан, Юля, масло намажь, фласку выпей. Канцелятор, блядь. Тебе фласку дать? Дай ему фласку, блядь, они молчат все. Канцелятор, где у тебя БКшная? Только духи у тебя вижу. Да, выпил я, пишет. Я не вижу. Ну ладно, похуй, есть и есть, похуй. Выпил, выпил. Может, бак у нас какой-то. Блять, я сейчас загляну, сука. Нету там нихуя. Наебывай, да? Наебывай. А я тоже не вижу, блять, бафа в банку у него. Скрин сделай. Ну, БКшную дают про нее и говорят тебе, блять, что она должна быть выпита. Выпил. Вот теперь выпил. Все, у всех все есть. Ты же ему давал, ты что за кринж? Ты ему давал? Да. Че, фармят банки, да? Ну, сейчас... ХП надо давать. Да, это, приготовились, такое. Все готовы, сейчас дают счет. Пехоты пить. Пехоты, да, готовьте. Давайте первую прохиливаем. По мне частица висит, блядь. И Вилаша, готовь незыбку через... Там сейчас жми. Холи дринк, готовь массакру. Можешь готовить, жать ее. На полу вавилар. У меня омен стоит. Юля, зону антимагии можешь использовать уже. Ну все, тогда сэджи сама разберешься на полу. Ну попробуй. Врахиль массакрович, хей. Душана вроде... Я на миру, так, да. Так, Нэджи, да. Готовься. Зону антимагии ставь. Гламур, готовься. Можешь ставить массакру. Ваня, припоты, которые с командой потом. Шалфит, приготовься гин жать. На полу в Юле. Жми. Хукс мастер, дайте сэр. Войд, готовься гин жать. Зажимай. Юль, не зыбку по откату уже мне. Лидринг можешь дать эту массакру уже. Салю по инвизиблу в архиле. Блять, я сказал кому давать, не сдавайте все сальвы, ёбаный в рот. Бодикона, Бодикона поднять, быстро. Кому поднять? Заканчиваем зону антимагии. У меня КД. КД, ладно, живем.
Подкат уже ее и все. Баф дайте. Со льву по финал боссу. А, все в КД. Молодцы, блядь. Элмаунт гимн. Я могу по следующую нажать, откатилась. Давай, жми по следующую тогда. Через две. Одна. Давай, жми. ЧВ там нажимай и танкуй. На пол и только, только урон не наноси. Вар. Хильте его. Даю кое-что гимн. Так, я по хукмастеру сейчас дам. Вархиль по откату Тутилат. Ай, кто у нас? Вархиль. Да, блять. А, прохил сейчас. Ломор, все понял. Ладно, стопаю. Лучше стопать. Тутилара по откату. Литринг. Массакруж меня. Кат. Еще не откатил. Доживем, блять, кому-то прибада. Гламура БР. Владик, Матфок. Ставь зону эти могиле. Че, он не встает, типа, или что нахуй? Че это за хуйня? Что, меня уронило. Да. Ну конечно уронило, блять, хипал не вставал, нихуя. Падаем. Все, падаем. Блять, вы не сдавайте самовольно, нахуй, сальвы. Давай, ресы всех. Давай, давай, давай. Быстрее. Где-то к стенке, чтобы тех тоже достал. Ну, за такие сали можно и ГПшки, я считаю, давай, нахуй. Да это там, блядь, забейте, это. Ну-ка, линка не абсорб. Всю хуйню линка и хилс абсорб. Духи перепиваем. 11. Кому блядь, Мардаун, почему тебе на 2000 меньше, чем у него, блядь? Ну потому что я пялюсь в телефон, пялюсь, блядь, в таймер и пялюсь еще, блин, на этот самый. Ладно. Сам же знаешь, что же нахиля. Так, рыбу ставлю. Мардаун, ты еще раз уточни нас. На скольки моя масса края идет? На минуте. Минута, три минуты, пять минут. Минута, да. Сейчас пять секунд, дайте это. А чё, Селишина, чё такое проёб жёсткий в таймингах? Ты когда сказал мне давай зону антимаги, у меня КД уже 2017 секунд было. Я, блядь, тут поребался сильно. Когда ты сказал ему давать зону антимаги, у меня как раз массакра на этот момент уже вышла из КД. А у меня КД ещё было. То есть там идеально было по таймингам всё. А может, кто-то может не хил это делать? Какой-нибудь... Челик. Не, нормально, все нормально, сейчас просто я уже. Сейчас я. Вставай, ебаный рот. Где там, блять? Блять, я покинул тело. Пиздец, нахуй. Давай шкаф, нахуй. Ты заебал, нахуй. Сейчас тело я покину. Покинул, что предпринимаешь? Ты секунд за 5 предупреждай, какой у тебя деф будет. Угу, хорошо. А то если дает Заханыч деф, или ты, ну, прохилом собираешься, мы можем свои дефы прожать. Заханыч меня никак не сейвит. Все понял, хорошо. Духи пейте, у кого кончились там, у кого-то были духи, блядь, просите духи. У Хули Дринка, у Ханта. Из-под его шалфир. Сразу по 10 даю. Туда он сядь похавай. Тебя там что, Ваня, блин, на все случаи жизни духов, блядь? Что мы накопили? Ну, сегодня заканчивается хули лихорад. Самому тратить. Понял. Лапку. Каску по ДК обновить его? А, все, все. Угу. Лапки нет пока что. Лапы нет, да. Заебись. Эламаунт. Принимай свой. Эламаунт еще фулл бафти. Он символ меняет.
Че тут он? Хавай, только надо будет подбафать, да, лапку. И камень. Маж жопу свою всем, чем можешь. Так, БР только у Дусана. Ну это нужно, чтобы он не танчил. И у Мэтфокса есть, смотрите. У остальных там 4 минуты и 6 минут. Дусан в ДД шмоте, да, херачит? Ага. Ну да. Ну, чтобы гроб был. Так, все готовы, да, что-то. Припоты готовим. Пилимся, живем. Юли, низыбку давай. Халидринг массакру через 3. Можешь мид создавать уже. Зона антимагии, Юль, через 5 секунд. Давай. Заканчивай зону антимагии, ставь уже. Финал босс в этого Вадикона вмешать. Варахель, массакру. Гламур, жми массакру. Так, по хокмастеру сдал. Шалфир, приготовься сдавать гимн. Давай. Финал босс по откату Вадикона. Войд, твой следующий гимн. Ага. Щиток дадите там, когда откадешься на мне, слабая душа. Все, давай, давай, давай. Юля, низыбку по откату можешь давать спокойно. Варахиль по инвизибл, сальв. Костя, приготовься это давать сокровище. Я вижу. Все, давай уже. Юль, зона антимагии. Ваша зона антимагии под катку. Гламурчин, сальву по хукмастеру. На полу кулидрин. Заханыч, зону антимагии тоже по откату ставь. Варахель, можешь отдавать сокру. Гламур, сокро отдавай уже сейчас. Консилятор стопни слегка. Даю гимн. Консилятор 97% выше идет, уже второй. Вадикон второй. Варахиль, Боб по Вадикону. Вмешательство по консилятору дайте. БР Вадикона, Мэтфокс. Эламон, гим, сдавай.
Да ёбаный, ну нахуй вы под эту хуйню-то встаете, дебилы, блять. Ой, сука. Падать. Пизда, ну каждые 15 секунд этот топот ебаный, блять. Слушай, ну я не знаю, нахуй. Чё это? 25%, нахуй, всё, и по пизде пошло. Уже, кстати, почти заканчивать это. Пошло. 15. Чё, встали, побежали? Да, масреса нет. Ну, лока резай, лока резай. С умнём, блядь, дохуя. Лока, лока. И меня резни. По сумоним. Посмотрите, там кто может по припотам пьют все. Да не все пьют, пьют 15 человек почему-то. Ну 5 хилов, 3 танка, должно быть 17. Ну двое не пьют. Питон, вставай. Тыкай шкаф сразу. Тыкаем шкаф. Покидайте тело, сумоним. Покидайте тело, тыкаем на сумму. А че, если ДК пагубок повкачивают, сильно ДПС у них упадет? Я не ебу вообще, не знаю. Пагуба, что там, 3 таланта? Да я не знаю, они не смотрят, у них нету... Омана. Ну я че, конечно. Это вообще рофл, ему говорят стопнуть, он просто дальше бьет. Что нахуй ярит? Да просто если с ДК разобраться в плане агра, то нам саль хватит по всяким валиконам и варам. Я 25% качал за шипом, я просто... мне нету вообще в рекламенте. Ну так если понятно, ты типа не убрал руки от клавиатуры... Можно просто стопнуть чуть-чуть. Ну я не если знаю... Если ты убрал руки от клавиатуры, у тебя бы не набиралось дальше. Ну я вот сделал себе билд зоны антимагии, я агро практически вообще не набираю. Хули, лучше, просто... лучше подохнуть нахуй, хули, блять. Просто, мне но кажется... Ну я простаиваю после 50, то есть я вот свои фазы гнева практически в фул стою, жду. Вот лучше чтобы не стоять, а лучше пагубу, мне кажется, вкачать. Ну, и, на сове нет пагубы, у меня и так 50% режется, ну, снижение агро. Про ДК говорю. А так, что это, только сова проблемная с агровой и все, и вар. Мне ДК, на 50 можно ДК... бог дать, и потом через 2 минуты делайте, делайте билд с пагубой нахуй. Это хуйня все нахуй. Мы на 20% все валимся слишком вниз, и ДК самый первый. Быстренько, в темпе, быстро накидайте билд. Прям сейчас калькулятор, сука, талантов открывайте, накидайте билд, чтобы меньше тамага потерять. Сейчас меня поманете. АДКшники, быстрее, блядь, работаем нахуй, это не шутки нахуй. Почему, блядь, ну... Лучше вы больше подамажите нахуй. Давайте, блядь, я линкану... Я могу линкануть билд зоны антимагии, и там можно втыкнуть пагубу, я посчитал только что таланты. Сколько там можно тыкнуть? Ну, блядь, ну с моим калькулятором один, блядь. Надо 3, блядь, туда, чтобы не били нормально. Без зоны антимагии. Было 3. Без зоны антимагии сделайте. Вот, скопируйте билд Invisible. Ну-ка, сейчас я посмотрю. Вот, пагуба 3, нахуй. В чем проблема? Что, нельзя вкачать это? Линкани Invisible. И что он там теряет в итоге? Некроз, 2 таланта и все, да? Больше ничего вроде не теряет. Или что, блядь? Быстренько скопировали билд себе, поставили все, кроме Закханыча. А я пойду, слышь, перекину, я пойду беру костяной щит, я могу в пагубу один талант кинуть. Мастерство в минус. Ну-ка, дамаг линканите. Мастерство в минус. Но вы спину все равно бьете, каково мастерство? Да по спину 26 надо, не? Че, у ДК много каких-то физических скиллов. Нет, спину можно. Там больше меткость надо. Там, мне кажется, да, больше меткость нужна. Ну, уплетки, блядь. Тот же кровавый удар, блядь, удар плети, ебать. Че, ну, там половина магия, половина физу. На первом месте лик смерти, а сдох кровавая чума. На это, так это скорее, бафы. Да. Ну, это магия. Блядь, чисто. От кровавого я и от удара. Что, я к тому, если что ты проебешься, то ты проебешь руны, и ты проебешь все. Ну, да ладно, сейчас сделаем. Кулстори, может... будешь делать билд, не? Если без мастерства кринж был. Да, так это. Мастер сделал. Вы не делаете, просто так стоите или что? Ну, нахуй надо. Он же вводит, ну, типа, может, вероятность этих аку болезней и ядов
типа уменьшили же, да? Ну так делайте не, нормальный билд так, быстрее, делайте, ну вы, сука, у вас 5 ДК, что просто, быстрее просто... билд себе накидайте. Они просто 4% урона теряют как бы от всего, типа вообще. Бой там, у него пета нету в тех талантах. Но ДПС нам хватает. Делайте, блядь, билд кто-то нахуй. Без антимагии, сука, с тремя пагубами нахуй. В чем ебаная проблема, блядь? Чтоб там не терялось дохуя дамага. Уберите какой-нибудь некроз там, я хуй знаю, два пету таланта. Пету убрать можно, в принципе, типа, ну. Да нет. Сколько он дает, нахуй? Нихуя не дает. Ну линканите развертку пета, нахуй. Там дохуя дает, блядь. Процента 3 максимум. Ну вот и все, нахуй. Быстрее, блядь, ну, делайте. Консилиум, сука, целый сидит. Быстрее накидайте билд, блядь, нормально. Выбрасывайте пета. Который, чтобы люди скопировали, быстро себе вкачали, блядь. Потому что сидите, мозг ебете. Скиньте билд, блядь, скрин, нахуй. А который нормальный. Активно Гримария скинуть таланты. Уже забыл, блядь. Инвизибл, ты накидал там билд? В этом, в втором этаже, где лича нету. Да можно же так скидывать, нет? Откопировать таланты, и он тебе за 100 голда их, он просто ты на месте их сделаешь. Ну пусть сделают. Вот и мой билд. Такого не было, блядь. Вот так можно сделать. Вон скрин скинули во флоре. Это что ты скинул? Это ты свою антимагию, мне не этот это надо. Я, сейчас без я антимагии. Скину. Скиньте его с пагубой, чтобы я видел, там 3 пагубы было. И максимально, чтобы в нечестивости не проебать дамаг. Чё там, заморозка разума, 2 силы, да? Какую-то хуйню, чё ты убираешь? Дайте инвизибл скеп, посмотрю, чё там не хватает. Там сильно не должны просесть они. Зато они будут внизу, блядь. Шкаф, поставьте. В чат скинул таланты инвизибл. Это окончательно, это силы? Ой, ну блядь, вот. не то, стоять. Ну, заебали, блядь. Всё, можете сумонить. Пробуем, блядь. Так, а что ты скинул? Ты удалил тот, да? Этот сантиметр. Вот с пагубой, вот с пагубой я скинул. Мастерство нужно 214. Ну вот столько же. Вообще качать будет. Ну вот. Вроде нормально. Там он вкинул, и я и зону, он вкинул и зону антимагии, вкинул, и в пагубу вкинул, там все он вкинул. Я хуй знаю, нахуя тогда? Тогда мне можно все сейвы убирать, блять, хули. 4 таланта, блядь. А что, без зоны антимагии нельзя, чтобы мастерство было? Ладно, пизду, идите нахуй, короче. Похуй. Берите, качали зубы, и вкачали, зубы. Поебать вообще. Сейчас посмотрим, убили, нахуй. Жрите рыбу, нахуй. Похуй, пускай, когда хочет, пускай тогда и ставит, нахуй. Ринканите мне, пожалуйста, кто с зоны антимагии еще, кроме Заханыча и Глаша. И кто еще? Invisible. Invisible, все, вижу. Ну вот Invisible вместе с Эвилашей может давать зоны. Вот да, смотри, вот Хокмастер не вкачал нихуя, стоит просто чилит. Ты будешь вкачивать? Ну, ручки будет убирать. Тутилар, что это за хуйня у тебя? Что? Где чё пагуба? Такое? Блядь, скинули билд, я его нубли поставил. Только антилетер скинул. Чё ты какую-то хуйню вкачал? Ну, блядь, скиньте еще раз билд, блядь, что я хуйню вкачал? Пагуба 0 блядь. Из 3, блядь, что это за хуйня вот это? Не, вручное оружие, блядь. Все, блядь. Помолчи, вот, там выше блядь, есть... Какую-то хуйню, блядь, там выше, ну, говоришь? Там выше билд инвизибла есть, посмотри, выше пролистай. Блядь, скинули, там... я поставил. У тебя другая хуйня какая-то. Ну, какая-то хуйня стоит у консулятора, вон там выше билд. Рейт инвалид, сядь похавать. В зону отдыха полетел, чтобы ставить. Я тут не могу. Пиздец, блядь. Вон, 1% блядь, силы... Да не скидывайте хуёвые. 1% силы, ничего страшного. А вот эта хуйня, время восстановления и воскрешения мертвых, это нахуя? Это дамаг дает или что этот талант? Просто интересно чисто, блядь. Вот я у консилятора смотрю сейчас. У него ревендера 5, нахуй. Бродячий блин, только нету. Ну, бродячий у Заханыча, по-моему, есть, да? Она... Консилятор, блядь, билд хороший, блядь. Линкует консилятор еще раз его в чат. Она одна только нужна, бродячая чума, типа, одного ДК. Да, консилятор неплохой билд. Вот у консилятора заберите. Вот, блядь. Делайте консиляторский билд, блядь. Зубы снижают агро. 3 погубы есть, все. Зубы снижают агро. Сколько там, процентов на 8 не снижают? Ну вот, вот там и пэт есть, блядь. И зона антимагии нету, блядь. И пагуба есть, все как вы ты хотел, блядь. А, о, блядь, у меня голды нету, чтобы это сделать. Я так, понял. Блядь, возьми я голды у кого-то. Поставьте в ящик, я тебе скину сейчас. Лучше лично скинуть, но на почту не приходит не сразу. Сразу? Да. Почему? Кринж. Кринж, блядь. Ты где, ты в Долоране? Как часов уже приходить. Давайте это, где там бабки? Где там? Консилятор хороший. Эвилаша, инвизибл. Что ты сделал себе или тебе дали? Сейчас портал ставлю себе. Эвилаша, инвизибл. Тебе дали деньги? Да.
панциры ебаные, антимаги. Остальные бьют консерванты. Мне вот интересно, Хукмастер, этот кулсторию будете билд делать, или что, просто стоите там? Да я не знаю, нам, думаю, хватит двух этих. Да. Их ебанет потом, блядь. Да, можете сумму. Нахуй мы просто так тебе стоим. Слав, ну будет как на груди, я тогда ебанет, а самых домашек все будет до свидания. Я вообще хуяю. Хавай, масло, сладки. Да, масло. Сука, ебаный в рот. Кустори, ты в дисе? Духи, Хукмастер, ты тут? Там. Почему билд не меняете, блядь? Значит, они умеют руки от клавиатуры убирать. Я не знаю, нахуй. Ну, блядь, посмотрим. Я тоже умею, но, блядь, как бы духи менял. Хэлла тут, нет? Все. Да. Кто не поел, ешьте. Хукмастер, где духи? Не, ну если не дает, посмотрим. Сейчас посмотрим, дает это или не дает. Во, мы не поглядим. Кому духи нужны? Хукмастера нету. Вот духи пей. Духи на спидонат кому-то еще. А то меньше, нахуй, ебаный этот. Бурябай, вытащи из ЧС меня. Я б тебя тоже в ЧС-ке. Вообще дурак, что ли, или как? Все правильно сделал. Найс, отлично. Тупо главных этих токсиков. Туда их. Нас что? Так. Проверка. Принимаем. Пей, Буря. Все готовы, даю этот отчет. Припорт пить. Сейчас хилы прям вообще максимально. Захиливайте все, что только можно. А Деви, Лаша, че ее в Амине нету? На пула в Юлю, алло. Я отдал. Да тебе Лаша не зря кужи. Вылетело. Не-не, тут вроде. Нет-нет, там тут. Руны прямая. Еще один на пол отдал. Холи дринк массакру. Финал босс, вмешательство вей. Варахе или массакру? Давай сейчас. Инвизибл и Вилаша даете прямо сейчас эти купола золотые. Закан, значит, утилар, готовитесь. Вмешательство в Хукмастер. Давайте купола. Закан, значит, утилар. А Глеб-то что, он тоже сделал? Ну, видимо, да. Все, тихо. Сел, но я не ставил его. Консилятор первый по дамагу, нахуй, уёбки, блядь. Гламур! Массакру давай! Сука. Тихо, сам. Я еще в конце боя посмотрю, блядь. Шалфит, готовься давать гимн на ХП. Можешь сдавать. Да хоры дышать, Слава. Да заебал, чё, выдохнуть нельзя, что ли? Финал босс вмешательства в Хукмастер. Войд, приготовься давать гимн на ХП. Сдавай. Сальву Вархиль по Хукмастер. Нужно повара что задать. Эвилаш и незыбку по откату можешь ждать. Ламурчин сальву по финалбот. Халидринг массакру по откату. Врахель массакру по откату.
Вархиль Боб в воде. И Ланш Инвизибл купола по откату ставьте. У меня 10 секунд. Заханыч и Тутилар, если есть купола, по откату тоже ставьте. 5 секунд. Их. Все, по откату ставишь. На полу в Холидрин. Вмешательство по Вадикону. Я стопаю, ничего не делаю сейчас. Я тоже стопну. Гламур по откату Массакро. Ну, я убрал его с таргета. Я забрала. Мэтт Фокс. Разрезайте быстро. Заханыч, рез. Мэтт Фокс, резай. Не вставайте, сейчас топот будет, блять. Только не встаньте, да, в топот. Жду, я жду, я жду, жду, жду. Вот теперь вставайте и быстро инфобаф. Я пристабав дам. Ламаун, готовься гимн жать. Все, жми. Ну стоп, ну. В архиле... Не зыбку по откату. Со льву в Мэтфок. А Гламурчин в этого, в шалфи. Хулидринг сахру по откату. Варахель, сокру подкату. Вмешательство в Вадикона. Эвилаш Инвизибл, по откату дайте купола. Начинайте уже похуй дамажить, поебать. Убьет, не убьет, блять. Уже 18 лямов и 40 секунд нахуй до берсы. И баблы готовьте, палы с крыльями, не испутайтесь. Заханыч, ты делаешь, хорошо. Купола по откату. Отведи босса, блядь. ШВ нажми. Гламурчен, массакру по откату. 15 секунд, нахуй, до мага не хватает. Сейчас хилы максимально даем, прям хилы все свои, все там свои камни, эти хилищи, камни хавайте, топоты, все что есть. У меня шотовый. Че, берса там? Два берса, 2 миллиона не добили. Кринж какой-то. Ну вот видишь, атак дэмэджа не хватает, если ДКшники пагубу вкидывают. Так у них, типа... смотри, у них, смотри, ну так они сдохли. 2 КДМ же забрала. Так, а при чем? Ну смотри, пагуба забирает у них, ну, как минимум 2000 ДПС. Ну, это минимум. Ну, а так их с пагубой, ну, без пагубы их просто шотает, и все равно пагубой, не хватает, да? Да, ну агра нахуй. Нет, это факт, типа. Ну вот, блять. Там вообще нет агра. Ну мы сейчас 2 вот ляма не добили, надо поднимать, вот кто снизу там. Или хила одного спекать, да-да. Или хила спекать. Не-не, по хилу все хорошо, мы идем нормально по хилу. Нет, так оно все хорошо, но тема надо в том, что... Надо спекать одного хила. Нам не хватает теперь. Ну, можете друид-инвалида, если у него есть деспек. Что там, есть рез какой-то или что-то есть? Или что, бежать нахуй? Да, там 2 ДК упало еще. Да, они бы не набили 2 ляма за... на 15 секунд, блядь, сколько их не было. Ну, я дважды останавливался, секунд на 10. Ну вот... Но они лежали нормально, хотя бы полляма там могли снести. Но они бы полляма снесли, да, там если бы живые были, условно. Ну, еще не знаю, сколько они снесли бы нормально. Здесь кого-то, наверное, это мордаун-то, ДД. Нет-нет, меня в ДД очень прикалывалось. Как бы тут... Ну, не знаю, так честно. Ну, не там-то не хватает прям, да. Ну... Типа не надо мажить, потому что ему надо анонс. Ну, замените меня эрдру на кого-то с ДД. Там тут нету нужен никого, нахуй. Ну, если стадить. Сидит. Вот либо мага брать, либо брать стадию как хила и... Все. Чего, плюс еще один гимн хотя бы куда-нибудь там, не знаю. Вон, Горел Продакт сидит. И хули, и кого убирать-то, блядь? Другие, да.
Друид инвалид, да. Друида. Тут Эрдрум, мне кажется, жесткий, нет? Ну, как бы два... Ну, не знаю, честно. Плюс Берн... Блин, сложно сказать, кого брать вообще-то. Ну, давай друида инвалида попробуем. А друида инвалида нет, у него нету совы, что ли? Есть, но кореновая, там лучше другого добрать. Я понял. Давай продуксы попробуем. Попробуем в 4 хила тогда, хули. Я просто тут буду рядом у рейда. Да, ты далеко не уходи. Попробуем, посмотрим, блядь. Как в этом хилите? Типа с ивами сейчас хорошо было, я хуй знаю. Да, с ивами хорошо. Сейчас совсем хорошо было, просто. Там депос нужен. А как вы хилите, мне интересно, ты ломаунт, у тебя вот ты щиты тыкаешь, а когда каст идет, ты чё, ну... Кинул МВшку, она у тебя в КД, и чё исповедь не кастуете? У вас же 4Т4. Он маленькое усиление ходит. Там не хуйня усиление, это 4, она... Вот она сейчас получает, сейчас блядь. Я хилю по 500. Я хп. Хуй знает, нахуй. Какой смысл он... молитву кастовать? Ты ее пока кастуешь, ты хилишь только 5 человек. И ты ее за каст робота дашь за 1.5 секунды, за эти, за 2, которые он кастует, нахуй. Ты ее только одну кастанешь. Дальше либо люди сдохли, либо ты в оверхил уходишь. Тебе надо кастовать исповедь, нахуй. У вас рейд должен быть засчитован, ну... Вот смотри, 12,5 секунды, это 2 ДЦ засчитывают 25 человек, блядь. Все, пиздец. Дальше твои действия. МВшку кинул, нахуй. Топот начинается. И в каст топота, вот он начал топот кастовать, и вы даете 2 исповеди, нахуй. В самых слабых людей, блядь. Вот в магов, нахуй. И все, пиздец. От исповеди у вас отголоски идут, нахуй. И хилят все 25 человек, нахуй. Это профитнее будет, блядь, чем молитву какую-то обоссанную кастовать. Я не знаю, вы должны... Вы должны так играть, блядь, как вот я сейчас объяснил. Я не знаю, почему у тебя 2 исповеди. Это вообще пиздец. Ты ее даешь, стопудово человек не умирает, нахуй. И вокруг все хилятся под ним, понемножку, блядь, от 4 тиков от этих. У Мордаунта вон 17 исповедей. Не знаю, куда ты их даешь, конечно, и в кого, блядь. Нахипали на ханте там эта хуйня, он не сдохнет. Плюс от света небес. От света небес идет это. Кушайте рыбу, давайте. Давайте сделайте так, чтобы все 25 человек на каждом дыхании, чтобы на первое, вот первое на 15 секундах, то есть босс спулился, вы, грубо говоря, пока бежите под боссом, у вас 25 человек должны быть засчитованы. И все, и дальше просто это обновляете. Мардаун, сядь похавай. Хаваю. Антимагии, кстати, у меня нет в этом билде. Ты поменьше щитуй Мардаун. Это, пятую и четвертую пати засчитывал, дальше смотришь там, кому что говорить. Да, мы раскидали уже пати какие там. Я успеваю засчитывать, в принципе, мне хватает этого. Че духи ебану. Так, что там по маслу? 12 минут, нормально. Я хейл закинул свою пати, немножко побольше хилю. Чтобы поменьше. Может, за ханы сейчас вместо продукса сюда вот ко мне закинуть, нахуй. Нашего да, продукса вот подхилил. Принимайте готовность. Все бафы. Все всем обмазались. Продукс. Камни все захавали, эти взяли камни. Ты, ты сапрот выпил, а продукс. Блять, ты с СПД, ты не сдохнешь, нахуй? Сдохну. Он сдохнет, да? Ладно, это тогда по продукс. Ну, а я тоже с СПД был. Да ладно, похуй. Ты ШП, блять, а это маг, нахуй. Он сдохнет. Эй, я, маг. Не, эй. Ну, значит. Короче, Элмаунт, будешь сдавать на этих наклепах Вэйо исповедь, я буду оффлток вставать, чтобы не сдохли. Так, еще раз, короче, проверка. Так, гламур. Гламур тут нет? Что-то нету его. Гламур? А тут. И пишет ебучий релоуд. Все тут. Так, ну что тут? Капоты готовьте. 3, 2, 1. Хилимся, живем, ребята. Хилимся, живем. Быстрее, быстрее, быстрее. Кто?
Ламура поднимите, а то я... Не зыбку. Сейчас будет нахуй шизонат, блять, он лежит дохуя долго нахуй. Друид инвалид, резай. Да мне это Мэтфокс. Его нету нахуй. Его заменили. Пищи, блять. Анидринг, массакру. Дусан, фул прожимки и будешь резать сейчас, после этого топота. Хулипал на резе. Убьет, убьет, так убьет нахуй. А он еще сейчас хуй станет, нахуй. Бля, сейчас еще топот будет. Рахиль. Блядь. Нас. Вахуй просто, блядь. Ты встанешь там, нет? На меня частицу давай. На... Юля убила. Пизду, это нахуй. Есть, БР. Че, падаем у нас это? Владикун, рез, быстро. Играем, играем. Зона. Пизда, все, падаем. А где Варахель, нахуй? Ну, куда он ушел? Нигде, он здесь. Он здесь был. Но он сокру ждавал. Была сыграть Варахеля. А, просто я его в пати не увидел, блять. Да-да-да. А че, вы частицу не дали на этого? Кстати... Засунь Варахель... А, нет, Захарыч здесь. Я понял. Я хуй Славу знает, может она и была. У меня не показывает за бафом. Я просто смотрю, что гламур упал, начал бегать. Ну, как только упал гламур, я перекинул частичку на МВП Ханта в ту же секунду. А, ну вот. Да. То есть я тебя дальше хитил. Слав, засунь Захарыча в четвертую пати, а Мэтфокса засунь в этот, в... Оставь Захарыча в пятой, он ману дает, он полезен. Ману? Кем? 5%. А, он Найтборн же, все, ладно, окей, зря баканул, извините. Скоро не буду Найтборном. Да будешь бесполезен. Ладно, кем будешь? Что, охуел? Да ладно ты что? Я буду не. Я же любя, я же любя. Ну я отбегал точно так же, гламур, на рейнже, как и всегда. У вас хотя бы есть 50 на 50 упало. Давайте на первый топот дайте, раз вы дохнете, блядь, на первом топоте. Дайте, блядь, 50 на 50 на 7, блядь. Два света небес. Ну конечно, хули, кто ничего так не захилится. Два света небес. Там сало было. Сало было с пола. Так, под... да. Так чтоб сала не было, надо под ебаным красным кружком босса находиться, нахуй. За ним так только босса... хант находится. Босса, ну, отводят, вы должны... Под кружком. Ну, блядь, кто-то не был. Именно просто. Под кружком сало было. Хукмастер, кстати, не перекинул таланты, нахуй, на палубу, ну похуй. Я вообще даже обычно подбегаю, так, кстати, изначально туда, куда кто-то не забежал, вот откуда... Да, кто-то не забежал, вот откуда мы идем босса пулить. Кто-то не забежал, нахуй, хуй забили, поэтому, блядь, сало и словили, блядь. Сука. Духи просто так уходят, нахуй. Да похуй на эти духи, не кончится все. У меня их, блин, у меня их на 77 траев есть. Ну все, нахуй. Ну все, сидим до потери. Кто пульнул? Ну хули, погнали. Сало ловите все. Еще ловите. Хули погнали, блять. Я, блять. Вы веселые ребята, я хуею, блять. Ложитесь, нахуй. Пиздец, блять. Кто это сделал, нахуй? Чей-то бомж по-любому, нахуй. А, не пишет, кстати. Биг Бразер должен написать. Теперь бежим. По-любому, пэт, нахуй. Обычно пишешь хотя бы первый удар. Дай мне ГП, это курица, походу. А чё, она типа любого атакует? Я или... вообще не знаю, я даже в таргет босса не брал. Кринж. 50? Ок. Сейчас еще сотка накинется сверху. Сам попросил. Да кидай все, все МГП мне. Все равно один на кинжалы, да? В натуре. Дамаг свеча кто-то скринил?
Сейчас Дима Траволта такой, ебать, наберет, ЕП такой, а я здесь, блядь. Суммарно 229 тысяч урона. Тут нужно не просто приор набирать. Уважение в гильдии. А, нихуя себе. А тебя кто уважает? Я могу тебе вот это в личку скинуть. Извини, я быканул, извини. Меня просто зовут везде и все. Поебало его, уже. Я, говорит, быканул. Осознал, да, всю хуйню? Ну да, да, да. Ну я так себе записываю в блокнотик, кто тут. А ты давно уже, ты давно уже в списке, не переживай. Ну, а что вы стоите? Лежат в коридоре. Списки нужных людей, да. Да, вот, да. Вот эти пять человек, или сколько там, шесть бичей.